смерть Иоанна Грозного. Трагедия Толстого, написанная в 1866 году, первая часть исторической трилогии, второй частью которой стала трагедия «Царь Федор Иоаннович», а заключительной «Царь Борис». Концепция основным историческим источником при работе над смертью Иоанна Грозного, как и над всей трилогией, для Толстого послужила история государства российского Н.М. Карамзина. Из нее автор заимствовал целый ряд сюжетных моментов и описательных деталей. В частности, в трагедии отразились отрывки, рисующие переживания Ивана IV после убийства сына, его попытку отказаться от престола и настроение боярства в связи с этим, описание осады Пскова, рассказ о явлении кометы и впечатлении, которое она произвела на царя, вместе с тем, заимствуя из истории факты, Толстого. Той нередко расходятся с Карамзином в их трактовке. События, которые у Карамзина описываются в социально-историческом плане, Толстый переносит в сферу морали и этики. Он переключает историческую тему в план общечеловеческих переживаний, глубоко анализируя характеры исторических деятелей и подыскивая их поступкам психологическую мотивировку. Смерть Иоанна Грозного. Главным предметом такого анализа становится деспотизм Ивана IV. Царь изображен в трагедии не как злодей или сумасшедший, напротив, он чрезвычайно умен и проницателен, обладает мощной волей и недюжной энергией, действует искренне и страстно. В нем нет ничего мелкого и эгоистичного, и всю силу своей мощной цельной натуры Иоанн обрушивает на достижение цели, которую считает благородной, на сохранение и усиление собственной власти. Преследуя эту цель, он последовательно губит всех, кто превосходит его хоть в чем-то, рождением ли, заслугами ли, общим ли уважением в народе, и под конец своей жизни остается один, без друзей и сторонников, посреди разоренного государства. Таким образом, Иоанн оказывается палачом самому себе, его трагической вина, в попрании всех человеческих прав во имя государства. Бояре, со своей стороны, не способны поддержать Иоанна, так как они разобщены и думают только о своих личных мелких выгодах. Наследник царя, Федор Иоаннович, в противоположность отцу, робкий и слабый, также оказывается бессильным перед лицом катастрофы. Торжествует в трагедии один Борис Годунов, которому смерть Иоанна освобождает путь к власти, однако автор дает понять, что и Годунову вскоре придется пожинать горькие плоды своих трудов, действующие лица, царь Иван Васильевич Ави, царица Мария Федоровна, из рода Нагих, седьмая жена царя, царевич Федор Иванович, сын царя от первой жены, царевна Ирина, жена Федора, сестра Бориса Годунова, князь Мстиславский, Захарин Юрьев, брат первой жены царя, князья Шуйский, Бельский, Щербатый, Галицин, Трубецкой, Сицкий, Шереметьев, Татищев, Салтыков, Михаил Нагай, члены Боярской думы, гонец из Пскова, Мария Григорьевна, жена Годунова, Григорий Годунов, Григорий Нагой, окольничий, Горобурда, посол Стефана Батория, Битяговский, Кикин, дворяне, Схимник, мамка царевича Дмитрия, дворецкий Кремлевского дворца, дворецкий Александровой Слободы, дворецкий Годунова, первый, второй волхвы, Эл Мягкий, знак МС, Яков, врачи, первый, второй, пристава, шут, ключник, стрелецкий голова, стрелецкий сотник, стольник, лобазник, сенная девушка, слуга князя Шуйского, бояре, окольничи, рынды, стрельцы, народ, скоморохи, слуги, сюжеты, композиция, Толстая, проект постановки на сцену трагедии, смерть Иоанна Грозного, в центре трагедии, две основные сюжетные линии, судьбы Иоанна Грозного и Бориса Годунова, первый предстает в трагедии уже на склоне лет, измождённым и, сверх того, мучимым угрызениями совести из-за недавно совершенного преступления. В начале пьесы он собирается отречься от престола и уйти в монастырь, отчего его по совету Годунова отговаривает дума. Вернувшись на престол, Иоанн ненадолго оживляется, продолжает заниматься государственными делами, хочет развестись с царицей и жениться на племяннице английской королевы. Неудача, однако, продолжает преследовать его. В стране голод и разруха, русские войска терпят неудачу в войне с поляками, а с юга на Русь надвигаются татары. После того, как польский посол Горобурда объявляет, что шведы взяли город Нарву и вместе с поляками отправились походом на Новгород,
царь оказывается окончательно сломлен. В критический момент он понимает, что ему некого поставить на защиту государства, так как прежние его сторонники или казнены, или бежали от его гнева за границу. Видя на небе комету, Иоанн предрекает, что она принесла ему смерть, и действительно умирает вскоре после этого. Борис Годунов в пьесе, напротив, возвышается, успешно борется с интригами, которые строят против него Бельские, Шуйские и Нагии, завоевывает народную любовь и таким образом постепенно выходит из тени Иоанна. После смерти царя Годунов оказывается фактическим правителем, вершащим судьбы страны за спиной у его наследника Федора, и быстро расправляется со своими противниками. Его судьба на этом не кончается, оставляя место для продолжения в последующих трагедиях трилогии. Циническая судьба, смерть Иоанна Грозного, впервые увидела свет в 1866 году, будучи напечатанной в журнале «Отечественные записки». Год спустя пьеса была поставлена в Александринском театре в Санкт-Петербурге. Премьера имела большой успех, несмотря на погрешности исполнения. В 1868 пьеса была переведена на немецкий язык и поставлена в придворном театре великого герцога Веймарского. Эта постановка также прошла успешно, чему немало способствовал отличный перевод, выполненный Каролиной Павловой. Его качество высоко оценил сам Алексей Толстой. 1868. Смерть Иоанна Грозного на Веймарской сцене. Полн. Собор. Соч. Т. 2. СТР. 616. Известные постановки. 1868. Малый театр. 22 января 1868 года. Бенефис С.В. Шумского. 1899. Московский художественный театр. Режиссеры К.С. Станиславский В.Л. и Немирович Данченко. В ролях Иоанн Грозный К. Станиславский. Позже эту роль играл В.С. Мирхольд, Федор И. Москвин. 1976. Ленинградский театр. В.Ф. Комиссаржевской. Режиссер-постановщик Рубин Агамерзян в роли Бориса Годунова. С. Ландграф. Вместе с двумя другими частями трилогии спектакль в 1984 году был удостоен Государственной премии СССР. 1995. Малый театр. Режиссер-постановщик В.Н. Драгунов. Художник Ейку Маньков. Композитор Г.В. Свиридов.